сохранение детей от пристрастий и развлечений мира. Эпиграф. Не сотвори себе кумира. Второзаконие, глава 5, стих 8. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить или одному станет усердствовать, а другому другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Так предупреждает нас Господь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Маммона, золотой телец, один из кумиров падшего человечества. Пристрастием к земным благам Могут заразиться наши дети и заразиться от нас, их родителей, если мы не свободны вполне от этого порока. Собирание материальных ценностей под каким-либо предлогом ⁇ это недоверие Богу. Это нарушение заповедей Господних. Копление... — это ограбление тех бедных и нуждающихся, которые могли бы изжить свою нужду при помощи скопленных ценностей. Это прямое нарушение повеления Спасителя «продавайте имения ваши». Поэтому страшно богатство для души христианина, по словам Господа. Но не только маммона, богатство, пристрастие к роскоши и комфорту является кумиром современного человечества. Для многих таким кумиром, заменяющим Бога, стали достижения науки и прогресс техники. Вот то, что, по мнению многих современников, может сделать человечество счастливым, чему следует отдавать все свои силы, все свое внимание, во что можно верить. Молодежь склонна поддаваться подобным господствующим идеям и обольщаться чудесами техники. Пусть родители не забывают указывать детям на истинную ценность такого прогресса. Человек овладел воздухом. И вот рушатся города, а тысячи бомб, сброшенных с аэропланов — Человек проник в воду, и тонут корабли от подводных лодок. Человек проник в тайны строения материи, и создаются заводы по производству атомных бомб и отравляющих веществ. Конечно, и наука может быть направлена на служение не сатане, а Богу, и нет сомнения, что истинная небогоборческая наука расширяет наше познание о Творце мира, ибо по словам апостола Павла, невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Но не в светской науке, однако, лежит кратчайший путь к цели жизни христианина, к стяжанию Духа Святого, к Богообщению. И как один из видов богатства — Светская наука обольстительна и может стать кумиром, заменяющим Бога. И в этом случае трудно богатому войти в Царство Небесное. Не напрасно обличает апостол Павел будущее для него и настоящее для нас поколение людей последнего времени, которые противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Следует помнить, что первыми встретили Христа на земле неученые пастухи, мудрые волхвы поклонились Ему много позднее. Будем же опасаться за детей при их занятиях науками и молить Бога о том, чтобы, по словам апостола Павла, их умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Второе послание к Коринфянам, глава одиннадцатая стих 3 Следует учитывать также, что усиленное занятие наукой может слишком много занять у детей времени и внимания, отчего может ослабнуть их духовная жизнь. Крайность в этом отношении вредна. Не будем забывать заповеди Спасителя. «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие — Богу». Пусть же свято сохраняется у детей посвящение Богу воскресных праздничных дней с обязательным посещением богослужения. И пусть ненарушимы остаются те минуты в течение дня, которые посвящены утренней и вечерней молитве и духовному чтению. Особенно осторожно надо загружать учением тех детей, в которых ясно замечается склонность к духовной жизни — Этих избранников Божиих надо питать всего более духовно. Так старец Амвросий Оптинский не позволял обучать французскому языку двух девочек-сироток, проявлявших склонность к уединению и молитве. Кроме науки, дети и юноши могут увлечься занятиями искусством и поэзией. Здесь та же опасность искусство и поэзия ревнивы, так же, как и наука, и также требуют очень многого от человека. Счастье, если наряду с талантом к музыке, живописи, поэзии и литературе в ребенке засеяны и растут всходы духовной жизни. Тогда он свой талант посвятит Богу и употребит с пользой для души, как употребляли его, например, святой Иоанн Дамаскин, художники Васнецов, Нестеров, Поленов и многие духовные композиторы. Но горе, если его талант будет служить угождению низменного вкуса и прихотям толпы. Преподобный Серафим говорил, «Только дела, совершаемые ради Христа, приносят пользу для христианина». Пусть вспомнят тогда родители таких даровитых детей слова Христа. «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Нам вспоминается судьба двух чистых молодых девушек, воспитанных благочестивой няней — После смерти няни их окружила типичная светская среда, которой не было дела до Бога. В талантливых девушках проявились склонности. У одной к балету, у другой — к драматической сцене. Но, видно, крепко любила их няня. Можно думать, что уже будучи за гробом, она вымолила у Бога чистоту их девических душ и обе они одна за другой в ранней юности были взяты от мира. Горько рыдала мать, а ей надо было бы благодарить Господа и скорбеть о своих ошибках воспитания. Остается упомянуть об увлечении юношей спортом, понимая под последним усиленную тренировку каких-либо физических способностей на бесполезность таких занятий, указывает апостол Павел. Телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Это, однако, не относится к подвижным детским играм на воздухе, катанию на коньках, на лыжах, на лодке, плаванию, которые укрепляют тело детей. Святой Макарий Великий говорит, к чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. И чем бы ни занимались дети, наукой, техникой, искусством, родители должны внимательно следить за тем, какое место занимают в сердце детей эти занятия. Апостол Павел пишет, все мне позволительно, но не все полезно все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мальчик мой милый в коротких штанишках, я ухожу, а ты остаешься, и будут твердить тебе устно и в книжках, что ты перестройки всемирной добьешься, что ты полетишь на другие планеты, поставишь на службу расщепленный атом, У космоса новые вырвешь секреты и сделаешь мир бесконечно богатым, Что ты чудодействием техники брызнешь на все, что подвержено смерти и горю, И люди придут к ослепительной жизни Не где-то когда-то, но близко и вскоре. Мой милый! мой бедный доверчивый мальчик. Все это — игрушки, твое обольщение. Чем дольше играешь, тем дальше и дальше отводится час твоего просветления. Но смерть приведет этот час за собою. Поймешь ты, да поздно уж силы иссякли, что целую жизнь — ты напрасно построил удобное кресло к финалу спектакля. Что путь твой был предков из вечной тропинкой, Что двигался дедов своих недогнав ты, Хотя они шли в большинстве по старинке, А ты пролетел в корабле астронавта. И вот уже смерти все сущие двери войдешь в них и ты со всемирным течением и скажешь, зачем я? Зачем я не верил, что жизнь — это к вечности приготовление? Зачем не собрал я богатство другое, сокровище сердца, они б не иссякли? Ведь целую жизнь я бессмысленно строил удобное кресло. К финалу спектакля. Александр Солодовников. Общение Бога и человеческой души совершается лишь в условиях тишины, мира, глубокого спокойствия и сосредоточенности. Для этого люди, особенно сильно стремившиеся к Богу, бежали в пустыни, уединялись в затворы, уходили от мира за монастырские стены. По свидетельству тайновица, жена, новозаветная церковь Христова, бежала в пустыню, спасаясь от дракона. Откровение Анна Богослова, глава 12, стих 6. Почему же трудно иметь общение с Богом среди мира? Господь сказал апостолам, Се, Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31. И это трясение мира в решете Сатаны совершается. Чем далее, тем с большей яростью. Нарастают бедствия, пышно расцветают соблазны. Мир богатеет благами и комфортом, а на фоне материального прогресса и развития светской науки ширится отступление и противоборство Христу. И как имеются на Земле два магнитных полюса, две противоположности, так существуют они и духовно в среде душ человеческих. Один полюс ⁇ это уход от мира душой вместе с апостолом Павлом распинание в себе мира, искание Царствия Божия внутри себя. Другой — это погружение себя в решето сатаны, в вихрь мирской суеты, жажды развлечений и удовольствий, с боязнью остаться наедине с самим собою и заглянуть в свою душу. Последнего не хочет позволить нам сатана — как говорит святой Макарий Великий, цель сатаны в том, чтобы отвлечь ум наш от памятования о Боге и от любви Божией, употребляя к тому земные приманки и от действительно прекрасного отвращать нас к мнимо прекрасному. Сатана вместе с тем не хочет обнаружить свою власть над плененной им человеческой душой не замечает этой власти мир, находящийся в трясении. А воздействие сатаны можно увидеть лишь в тишине, в молитве. Тогда обнаруживается туча помыслов, препятствующих молитве, открывается мысленный шум, как называют наш умственный плен святые отцы. И лишь тогда может начаться невидимая брань с сатаною — стремление через двери сердца приблизиться к Царствию Божию, которое, по словам Спасителя, внутри вас есть. Поэтому сатана ненавидит тишину и не хочет позволить человеку оставаться с самим собою, развлечениями отвлекая его от мысли о цели жизни, смерти и суетности земных удовольствий. Как должны мы, родители, ограждать наших детей от этого решета сатаны, как помочь им открыть наш внутренний плен и создать условия для успеха во внутренней невидимой брани. Если у родителей есть возможность выбора жительства между городом и деревней, то предпочтительнее выбрать деревню. Там менее соблазнов, развлечений и суеты — там легче создать для детей тихую трудовую жизнь, легче привить вкус к хорошей серьезной книге, сроднить с природой, приучить к нерассеянной молитве. Там больше будет у них времени, чтобы задуматься о Боге и о вечности. Там ближе к ним будет небесная торжествующая церковь и образы великих святых и праведников. Старец Амвросий Оптинский часто говорил мирянам, Жить можно и в миру, только не на юру, а жить тихо. Много труднее духовное воспитание детей в городе с его развлечениями, театрами, кино, телевидением и тому подобное. Рано или поздно туда будут проситься дети, как относиться родителям к этим просьбам подойдем к этому вопросу с осторожностью и сначала ответим себе, насколько развлечение для взрослых согласуется с духом учения Христа. Первым призывом Христа при начале Его проповеди был призыв к покаянию. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь! Его первыми заповедями были заповеди блаженства, в которых говорится "Блаженный плачущие». И не только звал Господь, но и предупреждал отвергающих покаяние и ведущих легкомысленную жизнь «горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». В Царстве Божие Господь указывает путь лишь через тесные врата — он говорит также, кто не возненавидит и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Что говорят эти слова, если глубоко вдуматься в них? К отвержению от мира с его удовольствиями единодушно призывали и апостолы Христовы. «Юноши, не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, призывает апостол Иоанн. Смех ваш да обратится в плач. Дружба с миром есть вражда против Бога, говорит апостол Иаков. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что Радующиеся должны быть как нерадующиеся, и покупающие, как неприобретающие, и пользующиеся миром сим как непользующиеся. Ибо проходит образ мира сего, пишет апостол Павел. Но относится ли все это к детям? Здесь надо помнить, что лишь то разовьется у детей впоследствии, Склонность к чему была заложена у них в раннем возрасте. Наша обязанность приучить детей с раннего возраста к тихой жизни. Тогда в них может развиться сосредоточенность, внимательность к своему внутреннему миру и появится вкус к духовным переживаниям, к тихим радостям, к жизни в Боге. Всему этому... Нет места в жизни полной шума, удовольствий и развлечений. Епископ Феофан Затворник пишет. «Молодой цветок, посаженный там, где со всех сторон дуют на него ветры, немного потерпит и засохнет. Трава, по которой часто ходят, не растет. Часть тела, которую подвергают долгому трению, не имеет, тоже бывает и с сердцем, и с добрыми в нем расположениями, если предаться мечтам или пустому чтению, или развлечениям. Кто долго стоял на ветру, особенно сыром, тот, зашедший в затишье, чувствует, что все у нем как-то не на своем месте. Тоже бывает и в душе, развлекшейся каким бы то ни было образом. Возвратившись из рассеяния в себя — юноша находит в душе своей все в извращенном порядке, а главное, некоторым покрывалом забвения задергивается все доброе, и на первом плане стоят одни прелести, оставленные в душе впечатлением. Отчего? Возвратившись в себя, после какого-нибудь рассеяния, душа начинает тосковать. От того, что находит себя обкраденную — рассеянный и сделал душу свою большою дорогою, по которой через воображение, как тени, проходят соблазнительные предметы и манят за собою душу. Однако из этого еще не следует, что все удовольствия и развлечения должны быть запрещены детям, как не могут быть запрещены им разумные игрушки, игры. Принуждение — не в духе Христа. И не запрещениями надо бороться с желаниями развлечения у детей. Детям можно позволить в театр ходить, в кино, однако не побуждая их к этому со своей стороны. «Ты гадишь своих детей», — упрекает старец в Оптинский одну женщину, толкавшую своих дочерей на развлечения и посещение театра. И, конечно, родители должны тщательно разбираться в постановках, выбирая те из них, которые наиболее подходящие, как, например, исторические пьесы и научные фильмы. Вместе с тем, посещение детьми театра или кино должно быть нечастыми и не совпадать с постами или канонами праздников. Аналогично разрешается вопрос, надо ли учить детей танцам. Не надо запрещать им этого, если они хотят, но отнюдь не побуждать их к этому. Святые отцы не благоволят к занятию танцами, вспоминая дочь и радиады. Внимательно должны следить родители за работой радио и телевизора, если они имеются в семье по просьбе детей. Нельзя допускать призывок безбожию, без нравственных пьес или песен. Не должно звучать радио, когда дети занимаются уроками или читают. Доказано, что раздвоение внимания очень вредно отражается на нервной системе. Во всем и в отношении развлечений родители прежде всего сами должны давать детям пример тихой, сосредоточенной жизни, посвященной самоотверженному служению ближним, жизни в страхе Божьем, жизни в Боге и с Богом. И если нельзя в полной мере устранить детей от соблазнов мира, если нельзя наглухо запереть для них двери, уходящие вдаль от чистой тихой радости духовной жизни, то пусть боятся родители сами толкать детей на развлечение мира, вспоминая слова Господа «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Но горе тому человеку, через которого соблазн, приходит.